Здравствуйте, ребята! Мы с вами скорее начинаем наши новогодние мастер-классы. Сегодня мы будем делать новогоднюю елочную игрушку в виде голубя. Для этого нам понадобится фетр белого, красного и черного цвета, также ниточка, веревочка или лента, чтобы подвесить будущего голубя, иголка, нитка, фломастер и белая бумага. Ребята, также нам понадобятся ножницы. Важно помнить, что нужно быть очень аккуратными и вырезать только в присутствии родителей. При помощи белого листка и фломастера рисуем основу будущего голубя, как показано на видео. И вырезаем его. А вы знали, что во время Великой Отечественной войны очень часто пользовались голубиной почтой? Голубиной почте больше 1000 лет. Во время войны голуби-связисты использовались в основном в интересах разведывательных отделов, хотя иногда и для оперативной связи. Так, в ходе битвы за Москву на базе питомника Центральной школы связи и голубеводства была создана стационарная голубиная станция связи. 500 голубей были распределены на 22 направления и надежно работали в радиусе 10-15 километров, доставляя в день до 100 голубиграмм. За это время голуби принесли миллионы писем, спасли тысячи людей и совершили десятки подвигов. А также на оккупированных территориях немецкое командование рассматривало всех голубей как потенциальных шпионов. Существует даже голубь-рекордсмен. Как вы думаете, сколько километров он смог пролететь за 6 часов и 8 минут? Свои ответы присылайте на почту, которая указана в описании. А мы берем иголку, нитку и ленту в руки и помним, что должны быть очень внимательны. Мы с вами сделали из ленты аккуратную петельку и теперь пришиваем ее к нашей основе. Следующим действием мы берем крыло и аккуратно пришиваем его к основе, так же как и петелечку. Эти шовчики можно использовать как часть декора, если использовать красивые серебряные нити. Вот такая расшитая серебряными нитями основа у нас с вами получилась. Используя черный фетр и бусину, мы создаем глаз нашему голубю, а при помощи красного – клюв. Вот такой красивый елочный декор у нас получился.